новом сезоне это первый турнир, который входит в систему отбора на чемпионат мира и Европы. На дорожках сегодня женщины. Собралось порядка 60 участниц. Приехали лучшие шпажистки страны. Есть представительницы ЮАР, Венесуэлы, Грузии. Задача спортсменок – попасть в число сильнейших, пройти отбор на Европу и мир. Хорошее выступление. Ну, конечно, не радует то, что на чемпионат мира неудачно выступили. Но немножко не хватило, там, можно сказать, удачи. А так, в целом, девочки хорошо выступают, показывают достойный результат. На первенстве Европы блистательно выступили, завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы. Так что есть над чем работать и будем работать. Выиграв золото чемпионата мира этого года в Лейпциге, Татьяна Гудкова стала шестикратной чемпионкой мира. Четырежды она побеждала на юниорских первенствах и один раз в составе команды на чемпионате мира 2014 года в Казани. Этот турнир также рейтинговый и влияет на отбор спортсменов. В России очень достаточно сильная конкуренция, так что на российском турнире не так-то легко фехтовать, там, не знаю, по сравнению с международными. Это, наверное, и подготовка, и соревнования, и опыт. Каждое соревнование – это опыт, а для фехтовальщика очень важно. Нынешний турнир для мастеров стального клинка имеет значение, поскольку идет квалификационный отбор на предстоящие состязания по фехтованию на шпагах. Завтра на дорожке выйдут мужчины. За ходом соревнований можно понаблюдать в зале Федерального центра единоборств «Югспорт». Вход свободный. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».